В Гродно-облимущество проведен очередной аукцион по продаже недвижимости Слонимского района. С молотка ушел комплекс объектов, расположенных в нашем городе на улице Горького, 7, бывший лесопункт. Было 4 претендента, все из Слонима. За чуть более 90 тысяч рублей объекты приобрело частное предприятие «Левада Групп». Сумма почти вдвое превысила начальную стоимость. На этих же торгах продано и здание бывшего ФАПа в деревне Шундры.